Всем доброго здоровечка. Примерно 3 недели тому я сделал себе покупку. И только вот сегодня, спустя это время, все, я решил сделать небольшой обзор. Первое впечатление от своей покупки. Что же я купил? Я купил себе окулировочный нож. Это нож, с помощью которого производятся различные манипуляции с деревьями в саду, связанными с прививкой деревьев. Вот, собственно, для этих целей я и приобрел нож. Обычно такой нож нужен там в саду 2 раза, там на 2 периода в саду за год. То есть нужно весной, нужно летом. Кто производит окулировку весной, а кто-то производит летом. Или только летом, или только весной. Ну, собственно, почему пал выбор на этот нож? Нож это польского какого-то бренда. Бренд называется Bradas. И здесь присутствует еще одно название — Окулизак. Я, честно говоря, не знаю, что означает Окулизак. Возможно, это нож. Возможно, это тоже какая-то там аббревиатура, обозначает что-то. Нож. Почему я сделал его пользу выбор? Я посмотрел, хотел вообще, скажем так, купить себе окулировочный нож вот такой. Посмотрел в интернете и как бы случайно наткнулся на вот этот нож. Он был примерно там в 1,5-2 раза дешевле от различных других моделей. Я так, честно говоря, по приколу, потому что какой-то там немножко неизвестность была с сайтом продавцом. Я сделал заказ, сделал в воскресенье. В понедельник мне перезвонили, сказали, что нож есть в наличии, если я хочу, то я могу его приобрести. Я выбрал наложенный платеж, чтобы не платить наперед, чтобы себя обезопасить. Упакован нож вот такой вот, обычную тривиальную упаковку, пластиковый такой вот корпус. Здесь вот такое специальное углубление под нож, сзади деревянная бумажка, в принципе красиво. Здесь дерево, так структура. Здесь написано размер 7, то есть есть нож, возможно, больше, возможно, меньше. Вынимается все довольно просто. Теперь касательно самого ножа. Нож, конечно, меня порадовал. Порадовал тем, что он выглядит добротно, а на ощупь, скажем так, на зуб, он тоже довольно добротный. Все так сделано хорошо. Я бы даже сказал качественно. И с запасом прочности, наверное, так можно сказать. Здесь все металлическое. Вот эти вот части металлические. Внутри так называемые лайнеры тоже металлические, причем цельнометаллические. Замок тоже металлический. Само лезвие довольно толстое, миллиметров, наверное, 3 как минимум, возможно даже, ну 3, наверное, 4 не будет, 4, 3 миллиметра. Заточка заводская тоже довольно ничего. Ну и больше всего мне понравился в работе замок, то есть как нож открывается и закрывается. То есть здесь такая вот пружина, не пружина, а металлическая такая дуга. Она здесь закреплена и она фиксирует, точнее это не пружина, это вообще металлический такой замок, цельная такая пластина. И она фиксирует лезвие ножа, фиксирует в двух положениях, естественно в открытом, потом при закрытии вот так фиксируется, получается такой щелчок, здесь пружина вот немножко поднимается и дальше происходит закрытие. Закрытие, конечно, очень жесткое, серьезное. Если поставить, не дай бог, туда палец, то можно получить очень серьезную травму. Но, в принципе, как бы специфика садовых ножей в том, что они подвергаются серьезной нагрузке, поэтому они должны быть такие вот брутально серьезные. Открывается тоже с 2 щелчками. Мне это очень нравится. Нож лежит удобно, рукоять эргономическая. Можно брать так, можно брать так. То есть работать им мне нравится. Я доволен покупкой. Вполне за хорошую цену хороший нож. Поэтому если вы будете задумываться о покупке садового ножа, могу порекомендовать вам без каких-то там рекламных подноготных, каких-то без рекламы, просят от себя нож вот такой вот фирмы. Покажу еще раз вам логотип, вот Bradas, Окулизак, 7 размер.
сзади. Все довольно просто, инструкции там чуть-чуть написано, где произведено. Все. Вот такой вот ножичек. Мне нравится, особенно то, что это не единственный нож, то есть, который используется каждый день. Это специфичный нож. После использования его можно почистить, положить вот такую вот коробочку и себе спрятать до следующего раза. И он себе будет лежать и никого не напрягать. Вот, такая вот покупка. Спасибо, в принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся, пока.